нашу меточку актуальную можно? Так, вижу какую-то движуху. Сейчас руки перестанут трястись. Хрен пойми, что-то в гряде каменной или сидит, то ли что. Да, все правильно, Паша. Так, а где мы находимся, метку сейчас тут? Держите вам меточку, где вы находитесь. Да. Передавайте ко мне. Короче, перед нами на азимут 123, где-то, наверное, 125. Там чувак в глубине в зеленке, возможно. Возможно. Не факт. Но мы сейчас через него все равно пойдем. Здесь впереди пустыня голая и ни хрена. Ну пусть туда БМПшка сориентируется, но не стреляет, напасет его, если будет, что сразу отрабатывает. Ну, да. У нас есть хрешные подходы. Так, есть контакт, есть контакт. Давай сейчас. Азимут 150. Я не пойму, там СПГшник, по-моему. Это СПГшник далеко-далеко. На острове? Hey, wake up. Сориентироваться. Это не кромка леса. Да, hey, wake up. Паш, я на 150 наблюдаю, там какие-то строения между лесами. Далеко там. Вот, убежал, бегает, бегает, бегает. На берегу прям, на берегу далеко-далеко. Убежал со СПГшники. Вот там двое бегают, ё-мо. Да-да-да, он сюда побежал, ближе был. Один, по-моему, к воде ушел. Там вот острова, Паш, на 150, на 160, вот там, возможно, один туда скрылся, к островкам. Ну там каменная гряда, вот они за ней там. Там дымы или, мне кажется? Да, дым. Ну давайте бежать, пока дым. Меня тоже не видят. ПХ, короче, здесь остается. Мы смещаемся на стол и идем через зеленку. Давайте вперед. А ПХ пока здесь в луковой этой каменной гряде. И вот между этих двух вдоль дороги идем на 140. Если что, залечь сможем. А справа, слева танк наш же, да? Ну, судя по дулу, да. Да, по направлению, да, наш. Да, да, браво там. Дальше давайте. Остановку делаем примерно вот как справа у нас зеленка начинается на пустыне первая, вот на уровне этом где-нибудь сделаем остановку.
Сейчас можно влево сместиться немножко за каменную гряду второго. Слышу технику. Спереди? 60, где-то 80. Понял. Так, черную линию, скорее всего, враг пересек. Да, может, и мы пересекли, нет? Не-не-не, мы далеко до нее были, враг пересек. Так что смотрите, вас встречают наверняка. Это вот, Паш, помнишь, ты говоришь, что в зеленке кто-то бегает, вот. Здесь где-то у нас. Прошу, да. Бинокль, смотрю, стоп, тогда стоим. Мы туда не пойдем? Слышь, выстрел. Да, танк выстрел сделал. Только неизвестно какой, наш или не наш. Бьет по позиции БМП, по-моему, танк. Darkness, по тебе бьют? Не-не-не, у нас все нормально, мы сами тут воюем. Да, это точно так, на 70. А, это у меня глюк с каналами звука, все понял, у меня левая, правая перепуталась. Сейчас жалуются, что по ним стреляет танк. Понял. Да, давайте вперед двигаемся дальше. Так же. Так, где дым, есть машина, слава. Так, самолет у нас вылетел, сейчас будет бить по тем, кто на берегу. Попытайтесь засечь танк, чтобы монеточку могли дать. Я хочу, когда я смещаюсь вперед ближе, чтобы подойти, можно было посмотреть. Пока сюда ни хрена не видно. У нас здесь уклон вниз, я подняться хочу. Денпро поставил метку на танк, но судя по всему, он охренеть как. Да он же ездит. Он ездит. Ну все, ждем танк. Ой, это самолет наш. Да. Пусть СПГ пока отработают. Попросить у самолета разведку. Самолет свой? Че? Может, попросить у самолета разведку? Может, что видит он? Да, ну они сейчас сами увидят, да, они смотрят. Они медленно летают. Давайте дальше двигаемся. Darkness, ты там с самолетом, если есть возможность связаться с Россией, может, они проверят? Может, они проверят, найдут сами танк? А танк, по-моему, выбили. Он сейчас на СПГ летит, но он говорит, что выбил. Он не уверен, но рядом, говорит, снаряд упал, но дым вроде пошел. Понятно. Черную меточку поставил. Так, сейчас он опять на танк будет заходить. Так, не поднимаемся, сейчас здесь я огрыжусь. Я так понял, тех двоих мы не убрали, они убежали. На данный момент мы на метке АВ, Darkness, как понял. Можешь сместиться по берегу, также поравняться с нами, поближе подойти. Паш, хочешь. На 40 наблюдал тело за лесом, на 40 там кто-то бегает. На 40? 35. 40-35, вот так. Там танк наш. Танк уничтожен, фаз 100%. Танк двигается. Вражеский танк уничтожен. За танком нашим там кто-то бегал вдалеке. Ползут. Наши ползут там.
Наши. Даркнесс, ты продвигаешься вперед? Да. Понял. Впереди, по-моему, у нас на зиму 160 кто-то пробежал. Или... А, это заяц. Вот у меня. А перед нами что за техника? Слышно? Прям перед нами четко. Перед нами я гряду только каменную вижу, дорогу и больше ничего пока не вижу. Снайпер добит откуда-то. Снайпер четко походу нашего. Паша, где вы заметили, что около нашего танка? А все. Около нашего танка где враг ползает примерно? Он не ползал, там не факт, что враг был на 30. Это группа, да. Это вторая группа. Это группа, скорее всего, да, там техника наша движется. Че там снайпер по нам? Говорю, по нам работал снайпер? Нет? Да нет, Паш, не по нам, пристрелялся бы, у нас очень кучно здесь, я думаю. Так, понял, всё, давайте. ВХ движется дальше по берегу, самолет сказал на СПГ пусто. Хорошо, ты как с нами поравняешься, мы дальше пойдем. Нам сейчас будет нужна поддержка огневая. Мы дальше не сможем пойти в слишком открытой местности. Окей, тогда я ближе к дороге стянусь. Да-да-да, поравняйся, здесь какая-то зеленка такая хорошая. Паш, спроси у самолета, может он видит пехоту? Пехоту, скорее всего, не увидят, там мелкие они. Там низко им опасно летать, там стрела у них, ПЗРК есть. Обидчи. Угу, понял. Ну чё там, Даркнесс? Я еду. А чё ты там, пешком что ли едешь? Я аккуратно еду. Зушка? Или не зушка, что это ППШ? Так, у нас что-то сгорело впереди, да. Это танк вражеский горит. Может, зушка, кстати, хреново знает. Все, мы приехали. Все, давайте двигаемся вперед. На 125. Зелень деревьями прикрывается. Самолет упал. Упали, да, по самолету. Пилот цел? Сомневаюсь. Нет, танк взорвали, зушка осталась у врага. Урал, по-моему. Или на джипик, не помню. Так, тут будет грита ко мне, такая правая к нас пересекающая. Сейчас у нее здесь собираемся. И левее пойдем вдоль гриды. Хотя давайте мы сейчас направо пойдем на 180 к этим большим камням лучше. По ним пойдем, все. Перебегаем на дорогу. Нам СПГ надо будет проверить. СПГ Ворон сказал, когда пролетал, что там никого нету. Ну нету, и это не значит, что... Кстати, мы наблюдали то, что убегал противник по зеленке как раз в эту сторону. По нему да. Я и хотел проверить это все. Вы как-то так открыто бежите все, как пущник. По-моему, снайпер стреляет какой-то. Давайте дальше. Сейчас до следующей гряды дойдем. Будем в город заходить. Мы проверочные так по окнам немножко зашмаляем. Давай. Бери пулеметчик устал тут. Отдыхаем здесь, отдыхаем здесь.
Может, зайдем в город? Пойдем вдоль этих заборов. Обязательно зайдем в город, обязательно. Меточку актуально, сделайте. На крыше противник труп валяется. А, ну от БМП на ноль. На ноль? На ноль? Ствол БМП. Это Сера, да. Да, ствол БМП смотрит, там на крыше кто-то лежит. Азимут, говори. Да вот, 45. Получается. 42 где-то. С лесенкой, это до серое здания, да, серое здание с лесенкой. Кирпично. Что, мы его проверим, наверное? Да нет, мы его добили, блин, хрен его знает. А, ну ладно. Так, давайте тогда сейчас перешагиваем на 120, вот вот туда заходим на дорогу. Или даже на 80 между домом. Как раз наш первый квадрат. Мы уже в нем. Так, мы его взяли. Я падаю, я вообще не могу отдышаться. Оставайся пока позади. Ты бэхай будь. Какой-нибудь двор, чтобы это... И не мешайся. Вот слева от нас да, здесь да, да. А вы, ты можешь вообще на крышу какую-нибудь залезть, с пулеметом гасить следующий квадрат? Да, я сейчас к снайперу слазил, к тому убитым. Серьёзно? Да? Так, ну один квадрат мы взяли, да, на шепот переходим. У нас тут тогда еще сейчас пойдем следующий квадрат забирать. Что-то, ребят, на будущее плохая идея маркера красными делать, вот такие захватываемые метки поставить. Там маляк. Ой. Я же. Я не понял. Возможно, с нуля где-то брать не буду, по мне как бы пристреливать. Если до красных дойдет, то они все квадраты могут взять, просто не тронув зеленый. А, это Purple был, да? Оу. Вот, короче, вот так вот. Да-да-да. Это вот так делается. Вот, я нет шансов выжить. Почему-то никогда я не видел, когда экипаж выживал из этого. А, закончился, видимо, наш танк уже, да? БМП. Отлично. Хорошо. В общем, знаешь, что самое странное? Весь танк зеленый был, попало только в пушку. И оба сдохли. Ну, про танка противника по-другому было. В них попали, а у них живой остался. А так а в них что там, там снаряд рядом упал из самолета? В них фат упал, да. Алексар без сомненько, что ли? Да. Ну вон те СПГшники на берегу свалили все-таки. Угу. А мы с Зушкой разгулялись. Поторопились мы сейчас большие, если надо было обрезать. Кто там, у кого активация называется? Пеппл, ты нас сжёг, да? Че? Нет. Вот это я вышел. Электрон, вышел спектатор? Паша! Че? Ты... Кара тебе вечный. Че там? Какие девушки не правильные? Тенацию дал нам красную, а танк у нас зеленый. Угу. У танка Моторола у нас эти ТРДшки. Ну кто же знал? В смысле, кто же знал? Нам нормально, да, Паша? Да, да. Вирус дали. Шат. Ой, извините. Смотрю, там бэху хорошо отрабатывает, вторая.
Да. А БХУ вашу кто-то корректировал, или она сама такая глазастая? Че, какая есть? Помогали ей. Ну, все бэхи как бы корректируются, походу. Ты про СПГшников имел в виду, что выгодно? Да вообще, передвигаться не давали. Только двинешься, бэха плюхнет. СПГшников вообще там, конечно, без палева поставили, прям на берегу, на открытом месте. Я бинокль посмотрел, сразу увидел, сидит человек на коряге. Танк бешеный какой-то. А что там с ним? Только ФСБ подбегает, на него пушка разворачивается. Прости, Азоник. А как самолет-то упал? Да, странно, что самолет вообще не упал. Он так низко летал, а эти, блин, эти... Так мы уже таким образом вообще. Только где-то под конец уже, когда танк наш выбили, начали стрелять. Он так плавненько падает, что я думал, что он сейчас сценит спокойно. О, а танк-то вражеский-то целый? А, он выбитый, Паш. Ну выбитый. Не, ну за него сядут, он взорвется. Да. Вот нормально сейчас было? Че? Да, а что? Сколько сложно не садится? На читах, да, я сейчас скажу. Не, хреново миска за Булунсина. А что такое? Ну, блин. Какие предложения? Я не знаю, честно говоря. Нет. Ну, что-то не то. Не-не, за зеленок чуть-чуть транспорта. Такого именно гражданского. Просто гражданского транспорта. Машина? Не, ну да, всякие хилуксы и так далее. Зеленый триггер. На северный перебил. Я вообще хотел замутить этот шахид мобиль, но из-за. А Зоник, ты сейчас скажи перекрыть все дороги автобусами. Нет. Достаточно хотя бы там, ну, пяток хилус. Ну, вообще, кстати, баррикад бы не мешало посоздавать, да, потому тут что. Стены-то хрена. Да все это простреливается. И баррикады простреливаются. Не, можно, например, радар у сушки убрать, если есть такая возможность. Не, Паша, а у красных задача просто захватить, да? Двигать севернее, вот это черненький, потому что у зеленых вообще нет никакого шанса выдвинуться чуть вперед и устроить бой, вот хотя бы вот это зеленый. Даже у красных сушка имба. А с сушкой, кстати, что там случилось? Она с сушкой разменялась. Да. А иглы-то нашли в этой машине-то или так до сих пор не отстреляли? По мне, красным начали со всего, чего могли, выстрелили. А-а-а. Так, там у сушки пикал. Ух, класс. Почему не захватывается зона, где... Два человека. Двое надо? Да. О, да, тяжело вообще. Только движок выбили. Ход Джордан сдох. Да чист, там всех перебил. Да. Блин, меня ваншотнули здорово. Я выстрелил в Роксана, подранил, он в бессознанку свалился, и мне в голову сразу пью. Что это у нас так четко? А, блин, а я пошел прятаться, короче, от себя, и меня другой парень убил. Синие живые, все. А триггеры все захвачены. Ну, зеленые живые, а триггеры все взяты. Там соотношение. Захватили? А, минус 3, кайф. Бля, кто-то пошел так. Я убил двух школьников, Катошку и ФСБ.